Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Gun Duel Masters. Так, что же это у нас за игра? Такая же, как наподобие Bowmaster'а, только здесь не на луки, а уже из огнестрела все получается. Ну что же, ну и персонаж у меня, я вам скажу честно, под Майкла Джексона косит тут что ли. Растанцевалась, а? Вы посмотрите, наяривает, блин. Ну что же, давайте сыграем в режим жизни. Не знаю, убить врагов справа. Понятно, двойник, значит, мой. А ну-ка выкуси, взорвать голову. Ну и звуки, ребята, ё-моё. Ядрить тебя на корень. Очки какие-то летят. Слушайте, у него уже вместо головы один череп. Так, что мне надо? Попасть в грудь? Я уже попал. Ёлки-палки, вы что тут делаете? Вы что вытворяете, а? Так, ага, все, я ее добил. Причем тотально. Один мозг только остался, даже головы не осталось. Выиграл я. Так, следующий, естественно. Кто у нас тут будет следующим? Так, а вот этот вот чувачок похож как из Боумастера. Только он уже, видите, одетый. Прям лапеши с первого раза. На, ты посмотри на его лицо, а. У него уже не лицо, а мякиш какой-то. Оу, тут у него вообще дела плохи, ребята. Ёлки-палки. Что такое? Что ты ныряешь? Давай, вставай, стреляй в него как можно чаще. Так, давайте ему голову взорвем так же. Получится, нет? Ну-ка, лови. Есть! Есть, ребята. Взорвал я ему черепушечку. И я выиграл. Так, ух ты, а это кто у нас такой? Слушайте, напоминает мне ту злую девчонку, опять же, из Бовмастера. Так, давайте ее расстреливать, пока она лежит. Так, тут, смотрю, везде очки, кепки лежат. Они, кстати, мне очень сильно мешают простреливать, когда я падаю. Потому что я вроде целюсь в нее, а попадаю во все, что угодно, только не в нее. А опять же, у нее уже вместо лица просто черепок. Ой, а у меня тоже дела не лучше. Но я ее все-таки добил. Да, ребятушки, у меня там куплен хорошенький ствол, поэтому я их так быренько и чикаю. А это еще что за чудило? Это что за трансформер? Ох ты, ничего себе, первым мне попал, на-ка. Дай взглянуть на твою рожу, Шреддер. Лежи там, отдыхай, прям в глазельник ему попал, а. На, еще разок, валяйся. Так, ребята, нам ни в коем случае нельзя погибнуть. Блин, не отстает от меня по жизни. Да отвали ты, а. Чудило, вот так, отлично. Ёлки, долгая-долгая идет перезарядка у меня. Вот, все, еще пару точных выстрелов. И ему крышка, ребята, в голову хочу, хочу в голову ему. На, паразит. И я все-таки его сделал. Эпично причем сделал, ребята. Так, и кто же у нас следующий? Это кто такой? Капитан Америка, что ли? Походу дела, да? Ну что ж, приступим к разборке Капитана Америки. Что за звуки они издают, когда в них попадаешь? Такое ощущение, что им не больно, а им блевать охота просто-напросто. У меня других слов просто не находится, как это все озвучить. Так, давайте, нам проигрывать нельзя. Да, деньги набиваем мы с каждым выстрелом, поэтому все шикарно, ребята, у нас идет. Да погибни. А что случилось, я не понял. По идее, он сдох, а что, я его насквозь, что ли, прострелил якобы, да? И у него там печень вылетела. А это у нас, ребята, если я не ошибаюсь, это с Варкрафта, как его? Ну, вы поняли, короче. Который король лично. Вот, я уж забыл, как его звать-то, ядрёна ложь. В общем, мы сейчас с ним будем здесь разбираться. А на столбе написано, да, Париж, Лондон, Москва. Лондон, Париж, Нью-Йорк. Ты давай мне там под москвича-то не коси. Вот так вот, все. Еще что-то там сдох и напоследок мне выстрелил. Да не тут-то было. Практически целенькие жизни у меня там были. Так что, опа, это кто такой? Че за Рэмбо? Че за морской пехотинец? Вот так вот. Получил? Точно Рэмбо, ребята. Точно Рэмбо, я его по повязке узнал. Так, ну я думаю, повязка тебе скоро не пригодится, так как у тебя не будет лица. Все, цель моя поставлена. Ну надо его добивать. Ребята, добиваем. Так, отлично, отлично.
Я ему грудак пробиваю. Опа, все, он упал. И добиваем его. Все. А он хорошо так приземлился, да? Голову на свою шапочку положил и отдыхает. А этот еще кто такой у нас? Это что за почтальон? Или кто это такой вообще, а? На! Щеку пробил, башню пробил, отлично. Все, лица на ней нету. Теперь ты до неузнаваемости. Девочка, какие-то медвежата у нее из кармана выпадают. Носит она с собой, да? Розовых медвежат. На! Да сдохни ты уже, а в конце-то концов. Со мной шутки плохи, видали? Вот так вот, ребята. Блин, ну почему я не эпично добиваю, а? Как-то вяленько, да? А как меня-то там величать? Ёлки-палки, не напи... О, ребята, это Белоснежка, по ходу дела, сама пришла к нам в гости. На! У меня разговор короткий, сразу пуля на вылет, и нормально. Смотрите, у него оголился зад. Да-да-да, у него торчат булки. Ну, это нам не интересно, потому что у нас совсем другая цель. Тихо, не буять. У нее золотой магнум. И это плохо, ребята. Он очень мощный. Так, все, я практически из нее сделал ходячий скелет. И добил. Даже огрызок рядышком остался лежать. Она вся в огрызках лежит, кстати. Вот обжора. Ну, в принципе, да. А это-то кто у нас такой? Я что-то таких не помню. Какой-то пират. Пират Карибского моря? Ну, не похож. Зеленых волос там не было в упор. Сейчас мы у него... Мы сделаем этот... Как они там говорили? Ходячий череп, да? Пират-ходячий череп. Вот сейчас мы из него сделаем. Только лишь немножко подправим физиономию сейчас. Вот, теперь он точно истинный пират. Добиваем, ребята, добиваем. Вот так вот, все. Ну почему голова-то не взрывается? Ёлки-палки, я хочу, чтобы разлетелось на кусочки. Так более эффектно выглядит все. Гандуэль Мастерс. Ты опять сюда пришла? Тебе мало что ли было, а? Поставила на звездочку себе на щеку. Я прям в нее и попал. А тут главное, люди ездят на машине, да? А у нас тут перестрелка такая. Опачки, нежданчик прилетел. Ух, ребята, у нее практически не осталось кожи на груди. Все, один скелет торчит. Так, интересно, здесь можно полностью разбить, чтобы один скелет был? Типа на ногах, на голове. Наверное, можно было бы, но боюсь, не хватит жизни у него. Полосочки жизни, что... Вау. Грудак я ей просто вспорол. У нее все там повылетало. И печень, и сердце, все повылетало. О, а вот этот вот точно с Боумастера. Я его помню, этого злюку. Так. Да хорош там мои ушки-то все перекидывать. Ребят, смотрите, он без глаз, без зубов. А еще фартучек напялил на себя. Ну, давай. А как это у тебя глаз-то появился? У тебя не было глаза? Ну-ка, дайте-ка я попаду в него. Черт, не получается, ребята, не получается у меня попасть. Блин, прикрывается этот гаденыш. Да я ему так хотел в глазельник за... Во, нет, мимо. Во! Вот оно. Смотрите, головы нет, а он что-то там стреляет. Вот сейчас самое то, ребята, то, что я и хотел. Мне нравится, когда разлетается. Вы не подумайте, я никак... Оу, поваренок. Поваренок, это же, по-моему, тоже где-то... Где-то у нас был. Хорош там своей шапкой прикрываться. Вот так вот. Почему мы падаем одновременно, а? Так. А он толстый, ребята. Его так легко не пробить. Сквозные дырки на животе. Мне это нравится. Опа. Не удержался, упал он все-таки. И это ему сыграет плохую роль, ребята. Все. Сейчас я его добью. Еще пару точных выстрелов. Во, отличненько. Добиваем прям в... Ох ты, повалил меня. А, мимо. Вот это другой разговор, ребята. Фух, красота. Так, я выиграл. А тут как, я не могу понять, до каких пор будем играть-то? Опа, а это еще что такое? Что за рэперок такой? Дю-дю-дю-дю, деловой, блин. На-ка. Сразу же получил, блин. Кепка слетела, очки слетели. Теперь ты не такой крутой, я смотрю, парень, а? О, мы тебе сделали пластическую операцию, прям не отходя от кассы. Теперь ты видишь намного симпатичнее. Да. Во, а сейчас вообще ты красный. Даже прически. Прическу не надо наводить. Голимый лысый черепок. Ох ты. Добивочный был превосходен просто. Так, и кто же следующий? А это еще что за чудо? Это что за чудо?
перья с рюкзаком, да еще... А, это у него на шапке были рога. Эй, хорош. Шапку-то эту перекидывай. Хочу... Во, отлично. Я так и хотел как раз, чтобы у него не было лица. Все. Суки эти отлетают. Так, слушайте, ребята, а он, по-моему, довольно-таки мощненький, я смотрю, да? Хотя не совсем. Но урон практически у нас одинаковый. Смотрите. Ага, у него револьвер. Вы видели, как он перезарядился только что? Выкинул патрончики. Ой, у меня уже черепок. Это плохо, ребята. Можно и отдуплиться. Ненароком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, совсем плохо, ребята, дело. Совсем плохо. Давай. Есть! Есть! Взорвать голову что-то не получилось. 30 монеточки я не получил. Жаль, конечно. А это-то еще кто? Что за король, блин? Король Икторн. Вот так тебе. Сразу же слетела у него корона с головы. Ежики тут всякие лазят. Ежики, идите отсюда, пока не попали под наш обстрел. Ух, а король-то голый, елки-палки. Совсем ватный. Смотрите, просто разбираешь шутяк, как говорится. Даже чай, одной рукой пью чай, а другой стреляю. И, как видите, разбираю его. Чё-то он вообще ватный. И косой еще при этом. Куда-то стреляет вверх, не туда, куда надо. Что ли дело, да, моя мадам? Только в путь наяривает. Все, я его добиваю, ребята. Добивай. Опа! Все. Повылетали там кишки у него по закоулочкам. И кто у нас... Так, не, братишка, ты уже был. Вы уже, по-моему, повторяетесь. На тебе за это. Так, шлем твой тут мне нафиг не нужен. Так, он сбил мои ушки. За ушки ответишь, паразит. На, отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой, подбил. Но это все фигня, ребята, потому что... Вот, почему. Потому что у него уже хп не осталось практически. Половину так я точно содрал. Ах ты, зараза, не хочет просто так погибать. Он не хочет погибать молодым. Он хочет вот так вот. Все, вот, добивочный. Прошел таки. Хе-хе, лежит. А хорошо ему, да, кожу-то содрал с головы. А это кто? Это кто такое? Это, ребят, знаете, мне напоминает эту ведьму из мультика «Страна Оз». Как ее там звали-то? Я уже забыл. В общем, это она. Так, мне бы нос бы ей снести, кривой ее. Самое то, что надо, получилось, ребята. Вот так вот, только одна нижняя челюсть. У нее там вылетает из нее какие-то баночки, скляночки. Неплохо она тогда пошла на войнушку. Затарилась по полной программе. А у меня кроме этих ушек больше ничего и нету. Хотя вот линейка какая-то рядом со мной лежит. Так, ладно. Все. Не гунди. А у нее, смотрите, там химикаты какие-то рядышком валяются. Так, денежки капают, и это хорошо, ребята. Что такое? Опа, я прошел 675, неужели? Ядрит тебя на корень, даже не ожидал, что тут все-таки есть концовка. Так, ну что ж, давайте, ребята, теперь посмотрим чего-нибудь. Так, рулеточку запускаем. Что-нибудь выпадет, мне интересно, хорошее или нет. Опа-на, кул пистолет. Клевый пистолет, да? Ну что же, ну в принципе у меня и свой-то был неплохой. Ну да ладно. Конечно, хотелось бы открыть нового персонажа, но раз нет, так нет. А теперь вот думаю, что птичек убить или стрелять в летучих, или по яблочкам пострелять, или в бутылочку. Так, давай-ка еще разочек его накумарим. Так, тихонько, не буянь, парнишка. Вот так вот, отлично, прям в глазенек. Ты не должен ничего видеть. Нет, он сопротивляется. Все-таки выделывается. Хотя у него уже глаз-то нету. Так, да и рта нету. Чем он там орет-то, не пойму я. На, добивочный. Нет, добивочный еще не получится. Вот сейчас еще два разика стрельну. Вот он. Как он эпично, как прям в матрице упал. В замедленном виде. Смотрите, еще что-то там встал, блин. Облокотился таки на руку и хотел, видать, бомбануть. А что это такое? Как это так? Не понял. Это что я такое выбрал, что у меня со всех сторон начинает... Так, это что за индеец? Индеец-пришелец какой-то. Так, тебе не жить. Маску-то напялил какую-то, как у Джейсона. Только синюю. На!
Так, я пока веду, ребята, веду, и причем довольно неплохо. Все, разобрал, практически разобрал. Да перезарядка не вовремя. Отлично, отлично, все, стреляем чисто в голову. И добивочный, ну, придется лежа тогда бить. О, встали все-таки. Попал куда-то ему в колено, а, ну, видно, разрывная насквозь прошла, через голову вышла, поэтому его так разорвало. Ладнушки. Так, мы еще 250 золотых выиграли. Шикарно. Так, ну, а теперь можно, в принципе, наверное, пострелять или по бутылочкам, или по птичкам. Так. Ну, держись, братуха. Если что, извиняй. Так, отлично, хорошо. Ух, как великолепно. Ой, извини, браток. Я не хотел. Я не хотел, блин. Слушайте, деньги мы тратить не будем, да? На то, чтобы переиграть. Так, что зависло-то все? Просто возьмем сейчас и выберем то, что нам надо. Да хорош кривляться, ты меня бесишь, когда так делаешь. Так, ну-ка. И... проиграл? А почему я проиграл? Я не понял, с какого лешего я проиграл? Что там я неправильно такого сделал-то? Так, ну-ка. Ага. Ну, извини, у меня просто заторможенная немножко реакция. Я не очень хорошо понял, что ты от меня хочешь. Поэтому пришлось тебя пристрелить. Хотя надо было этот шарик пристрелять. О, вот, самое безобидное. Стреляем птичек. Вот он. Кровавый салют-то где? О, шикарно. Денежки капают. Ежик яблочки там собирает. Просто красота, ребята. Да, а в чем вообще здесь суть? Вроде бы все так легко и просто. Птички, ладно бы как в Бовмастере, летали бы там со скоростью, с разной, меняли бы траекторию полета. А здесь они летают практически плотным кольцом таким. Кольцом. Плотной, ну, стеной. Что ты просто захочешь промазать, да не промажешь. Смотрите. Просто напросто вот валишь одного за другим. Правда, денег почему-то вообще не идет. А почему? А, нет, идет, ребята, внизу идут. Вот, я только 100 монеток набил. Нет, этот какой-то бонус кислый, ребята. Мне не нравится. Да, птичек много, а денег мало. Че они мне, 124-128. О, монетку подбил, соточку сразу накинули. Но все равно, это кисленько. Так, и что же у нас еще там? По-моему, ребята, у нас больше ничего и не осталось, если я не ошибаюсь. Так, бутылочки, птичек, все, мы это прошли. Так, видосик. Мы смотреть не будем. О, вот они, мои пушки. А что тут у нас вообще есть? Вот, вот. Так, вес. Частота стрельбы. Нифига она изворачивается, елки-палки. Они что, все одинаковые, что ли? Я не могу понять. Стволы-то. Ага, вот персонажи. Оп-оп-оп. Ну и ценник. Еще за донат? В этой игре еще есть донат. Ребят, они что, издеваются, что ли? Неужели кто-то покупает, а? Вот поверьте, я бы ни за что бы не стал покупать. Просто вот из принципа бы. Игра и так-то сама по себе, сами видите, не ахти. Но тут еще и донат врубили. Да, пускай радуется, что вообще в нее кто-то играл или играет. Ну что же, ребятушки, на этом я, наверное, буду завершать свой выпуск. Король какой-то, как тигрица. Нет, ну персонажей тут много, только толку от них абсолютно никакого. В общем, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, это хорошо. Кому не понравилось, я не в обиде. А на этом все. Всем пока и до новых скорых встреч. До новых видосиков, ребята. Всем удачи. Nigga, you can't stop bouncing.